Амулетики? Покажи. Зубы мертвецов. Не хочешь сыграть в карты? Покажи. Бывай. Теперь помедленнее. Смотрите, опять клиент подвернулся.
Я не собираюсь ничего у вас покупать. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя пропустили, придется заплатить. А если я не заплачу? Значит, сдохнешь. Ну, сколько мне еще ждать? Вперед, плотва! Вали его! Прощайся с жизнью! Сука! Хорошо. Прощайся с жизнью. Вали его!
Отрежь! Умри, собака! Нету. Но сходи со мной в клиник, там уж я тебя отблагодарю, как полагается. Но. Махрама!
Планетники нам дождь посылают. Поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Смотрите, кто пришел! Покажи, что... О, да. Торговля, я бы лучше в карты сыграл. В гвинт. Thank you.
Тебе только не хватало. Дайте выпить! Она сильнее! Вот пошла и наполнится. Геральт! Бывай. Я все нашел. Значит, остается медведь и грифон. Вперед, плотва! Будь здоров.
Прошу. Будь здоров. Я за свою жизнь. Стражников берегись, они хуже разбойников. Что принести? Покажи мне свои товары. Я не голоден, а вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием.
нужно было бежать куда-нибудь из этого. Вот 4 остается в Новиграде, это турнир. 5 на скеллиге, сейчас надо будет заглянуть в деревеньки какие-то там. Вроде как я не был в Харвикине и на пристани. И тут вроде еще не был, не помню. Оренбьерн был. Вот здесь пристань. Сворлок еще. Сворлок вот здесь. И Харвикин. Где Харвикин? Вот Харвикин. Можно сюда сначала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Привет тебе, незнакомец. От соленого воздуха всегда пить хочется, да? Дай взглянуть, что там у тебя. О. Еще больше хочется сыграть в карты, лучше всего в гвинт.
Чего надо? Блин. Что у тебя? Я бы не отказался от партии в Гвинт. Ты верн... Ну и ветрила. Вот это галантный кавалер. Приветствую, не... Значит, ты играл. Покажи мне. Будь здоров.
чем? Кузнецы обычно карты не продают. Я бы не отказался.
Это пиздец. С чем пришел? Видно меня, врагу. Чем могу? Ты не подстрижи. Бывай.
приветствую. А какие здесь у вас? Ну, пиво, вино и сивуха. А что, не знаю, откуда ты приехал. Пока. Что скажешь насчет партейки в Гвинт?
за ним должно быть гарантия. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием. Такие вот купцы считаются, вот 5 штук еще осталось где-то. А где? Не знаю. А пусть идет хоть до самого Рагнарёка. С чем? Бывай.